Вот теперь начну их шевелить. Пусть вспоминает. Вспоминает свои полеты. Поначалу как разминочки для них, а потом свою возьмут. Хотя сейчас вот как выпускал последний раз тоже в июле. Хоть и посадил на обманке, но они-то воспринимают это как будто у них свои родные яйца. В голове, конечно, сесть и бегом на гнездо. Молодые, конечно, бесшабашные тем только летать, а у этих уже свои принципы на продолжение рода. Ну ничего, летать всем надо. Начнем их с сегодняшнего дня поднимать день через день, как по погоде. Слетаются. Сейчас посмотрим, как они. Так, ну что, сейчас будем выпускать банду. Все вроде бы выскочили вместе, кроме троих. Посмотрим, как сойдутся. Сама по себе птица полетать любит. Так что и засидеться тяжело. Пусть не так время будут показывать, но летать будут не всегда. Отказываться не будут. Сегодня погодка такая пасмурная. Вроде бы дождь передавали, но... Посмотрим. Эти уже прошли Крым и Рим, так что не страшно. Если особо таких тяжелых туч нету, то можно выпускать. Поднимается. Интересно, сойдутся с ними или нет. Тройку он вижу, и еще сразу выше пошла. Боюсь отвести, потому что потеряю. Сойдутся. Не сейчас, так со временем. Пошли, 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 молодцы. Кружками мелкими такими над домом. А тройка рядом ходит, не знаю, должны сойтись. Тройка выше. Не знаю, видно или нет, вот она. Повыше поднялась. А эти тут. Сразу рассыпали вначале. Ну ничего. Самое главное, что никто хоть не влез. Кто влез, то по дрова.
память есть налет. Так, возьму, наверное, я очки. Очки сразу не взял. Не видно против солнца. Потом попробую ловить. Думаю, сразу не выскочат. Найдут. А небо пасмурное. Видно будет их. Вижу. А вот немного начало солнце пробиваться. Бочка пошли. Поймал я их. Не все в стайке. Тройка так вверху и ушла. И еще стало меньше. Кто-то выскочил вверх, а кто-то осаживается. Ну ничего, сойдутся. С первого раза ничего не получится. Самое главное буду делать им тренировочки. День, два, три будут вместе опять. Единственное, насколько желание у них будет летать из-за того, что на яйцах. Ну, шевелиться надо. Так. Ходят где-то на средней высоте. Были высоко, поймать не мог. Как приспустились, зацепил. Ну, молодцы все равно, конечно. Не засиживается птица. Сидела, еще раз говорю, полгода. С ноября по май. Не выпускалась вообще, в вольере была. В мае просто открыл вольер. Выходили по желанию, кто там захотел, сорвался один, помотался, залез. Вот так не подымал их, не трогал. А сейчас буду. Сейчас буду штудировать потихоньку. Пусть вспоминает, для чего их кормят. Конечно, они немного поднабрали в весе. Ничего. Сейчас им голубя так не кормить. На диету посадим. Так, а сколько ж тут сейчас тут? Было 14, это все осталось. Но одни вверху. Все там. Так, пока хватит. Сейчас отдалю. Покажу высоту. Вот такая высота. Это я на приближении снимал. Так, вот один. Соскочил. Один есть. На базе. Где-то час прошел времени полета. Ничего, сейчас пусть вспоминает, откуда вылетать, куда садиться, откуда вылетать, куда садиться, как держаться группкой, вспомнить все называется. Ну, иначе никак. Так, сейчас будем искать остальных, сколько там. Поймал я их. Вижу всех. Тут отходит основная кучка. Отбилось несколько. Выше стоят. То разойдутся, то соберутся. Уходят. Молодцы. Думал, вообще будет. Каждый сам за себя. Так, сейчас отдалю, покажу высоту ихнюю. Вот, потихоньку буду отдалять. Вот такая высота. Так, еще один соскочил. Вот он, голубок. Удобно камерой. Даже смотреть, кто это. Вот приближаешь, видно по кольцам, по маркерам. Номер не видно, а маркера видно. А голубочка. Малиновый голубок. Сине-зеленый.
Так, двое соскочило. Остальные вот приспускаются. Так, на выпуске было 14 штук. Два соскочило. Сидят уже на голубятню. Тут получается сколько? Десяток летает. Да, получается двоих вижу. Дымки стоят. Высоко, очень высоко. Ну, нормально. Сейчас где-то час лета прошло только. Но для них это нормально. Это для них подвиг. Так, сейчас попробую поймать тех, кто в дымке. Так, вот еще один. Осаживается так быстренько. Стресс у них. Куда я попал? Бело-оранжевое кольцо. Одни из лучших. Голубочка уже хочет заскочить. Так, тройка тут. Тройка сидит на месте. Обычно быстро заскакивали. А это боятся. Выкинуть. Так, ну а те группкой ходят. Сейчас будем искать их. Ну вот и посадка. С посадкой, конечно, проблемы у них. Пока опять не обвыкнуться. Последний выскочил, тот, что высоко очень летал, сам по себе долбил там. Саживается тоже, в принципе, почти все вместе сядут. Так, ну так они тоже могут долго окружить, могут встрепенуться, испугнуться чего-то, опять пойти. Подожду немного. Так, поймал я пятерочку. Не удалось им сесть. Сразу поначалу, как и думал, что чего-то встрепихнутся и пойдут опять. Вот они. Не сели и пошли. Опять поднялись высоко очень. 5 штук. Поднялись очень высоко. А так все по одному пососкакивали. По одному. Стайка еще. Разучились, в общем, садиться. По мере желания и сил садятся. Так, ну сейчас вот покажу. Отдалю, покажу, на какой высоте они стоят. Вообще не видать. Вот это уже вроде бы садятся. Точно. Уже выждал, пока сильно низко не сядут. Не опустятся.
Еще один. Так. Один что-то забоялся. Ну, в принципе, вся банда в сборе. Вот они. Кто первый, кто соскочил, уже позасыпали. Надо его ждать. Последний. Голубочка. Ну вот, на все про все побалдели. Последняя. До 4 часов. Около 3,5 больше. А эти по одному пососкакивали. Пошевелились, в общем, чуть-чуть. Так и буду продолжать теперь через день. Завтра молодых буду гнать. Первый, второй выводок вместе уже. Если хорошая погодка. В принципе, и все.